Анонс и точки до выхода 46-й серии сериала «Лейлифер». 46-я серия сериала выйдет в эфир 1 июля. Ранее в сериале мы увидели, как Мерьем пришла извиниться к Гюляй. Она посчитала, что напрасно обвинила девушку и хочет объясниться. Все же Гюляй виновата перед Мерьем. Несмотря на это, она грубит и выгоняет ее. Заходя в комнату, госпожа обнаруживает Бору внутри. Оказывается, брат узнал о проделках сестры. Он держит в руках то самое украденное кольцо Мерьем. Мужчина называет Гюляй больной. Говорит, что ей пора лечиться. Однако именно из-за этого Барай любит сестру за ее интригующие и зловещие игры. Эмир тем временем решает финансовые проблемы со своим дядей. Им нужно заплатить большую денежную компенсацию. Ребята должны найти деньги хотя бы на четверть всей суммы. Тогда от них отстанут. 46-я серия сериала выйдет в эфир 1 июля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.